Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня у меня для вас интересная новость. Мой друг, один из лучших бодибилдеров России, а может быть и всего постсоветского пространства, Виталий Фатеев, наконец-то начал вести свой YouTube-канал. Всем привет, меня зовут Виталий Фатеев. Всем подписчикам канала Heavy Metal Gym большой респект, отдельно Георгию за его те видео, которые он выпускает. Я смотрю то, что очень прогрессивно и идет большой объем информации, в котором просто можно заблудиться, может найти все ответы на ваши вопросы. Скажу вот что, у меня появился свой канал, который может тоже найти на YouTube, и у меня уже есть первое видео, которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас. Заходите, подписывайтесь. Меня зовут Виталий Фатеев, я профессионал IFBB, занимаюсь бодибилдингом. И что, желаю вам прогресса, новых результатов в спорте. Виталик сам рассказал о себе, но я думаю, он не нуждается в представлениях у людей, кто интересуется современным бодибилдингом. Первый раз мы с Виталиком познакомились, когда он приехал в Орландо еще 3 года назад выступать здесь на Европа Games. Мы провели где-то 5 дней вместе, ездили на пляж, общались, ели в ресторанах, ходили по Universal Park. И я познакомился впервые, пообщался с этим человеком, убедился, насколько это грамотный человек. И тогда еще я задался вопросом, почему он не ведет свой... В отличие от многих других людей, которые не могут и связать 2 слов, Виталик очень хорошо выражает свои мысли, доносит их и при этом является грамотным специалистом. Мне очень понравился его рассказ о себе, как он пришел в этот железный спорт, как он начал заниматься пауэрлифтингом, какие у него были силовые показатели. Еще до того, как все мы знаем, люди начинают садиться на витаминки. Но, друзья, вы должны понимать, о чем всегда вам говорить, что не спешите уходить в большой спорт с головой во все тяжкие, если у вас не прет ни присед, ни жим, ни подтягивания, ни брусья. Не торопитесь. Виталик объяснит вам это все на пальцах. Смотрите его канал, ссылочку я оставлю в описании. И вы сами убедитесь, насколько это грамотный и интересный человек. Я уверен, он будет снимать не только влоги, он будет показывать еще и свои тренировки. И вы, особенно те, кто хочет грамотно тренироваться для того, чтобы подвести себя к соревнованиям, хорошо и мощно выглядеть, получите очень много полезной информации. Последний раз мы с Виталиком виделись на Arnold Classic в прошлом году, где он, на мой взгляд, довольно успешно выступал, выглядел в линейке других атлетов довольно-таки неплохо, не проигрывал, по крайней мере, особенно я все это наблюдал вживую из зрительного зала. Всегда приятно пообщаться с этим человеком. Виталик, желаю тебе, чтобы у тебя было много подписчиков, чтобы было много интересных вопросов и развития твоему каналу. Я уверен, что мои подписчики тоже придут к тебе на канал и зададут интересующие их вопросы. Спасибо, друзья, что поддерживаете нас, независимо выступающих и не выступающих спортсменов. Слушайте, развивайтесь, задавайте вопросы. Это помогает и вам развиваться, и нам не стоять на месте, делая для вас полезный, интересный контент. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.